Вы знаете, что дерьмово? Эти колючие штуки на парковках. Да, вы знаете, о чем я. Есть парковочные места, где можно проехать только в одном направлении. Непонятно почему. И самое используемое решение этой ситуации, до которого они доперли, положить эту колючую хрень на дорогу. Если вы проедете по ней в неправильном направлении, то она выебет ваши шины. Хорошее изобретение. Вам не кажется, что это перебор? Это как поставить мышеловку и наебать въезжающего водителя, как ебаного грызуна. Я прям представляю, как сижу в своей машине со спущенными шинами. Как жаль, я поехал не в том направлении. Если уж это такое преступление, то почему не поставить знак или какой-нибудь односторонний швагбаум? Неужели лучше, чтобы машины застревали там с порванными шинами? И чтобы они стояли и ждали трактор, который их вытащит? А что если шина будет спускать постепенно, и машина выйдет на дорогу и попадет в ебаную аварию? Лучше рисковать человеческой жизнью и собственностью, чем проехать не в том направлении на парковке. Также существуют целые сайты, которые продают это дерьмо. Описание этой штуки гласит: разработано, чтобы прокалывать шины у нарушающих машин. Звучит как шутка. Если это согласовано и законно, тогда зачем останавливаться? Как насчет огромного ведра, которое поливает машину клеем, вентилятора, который сдует на вас перья? Как насчет пружин, которые будут подбрасывать машину? Как насчет эвоков, которые запустят вам бревна в окна и тем самым убьют пассажиров и водителя? А потом гребельные пробьют вам бензобак, и бурые медведи-маньяки подожгут выливающийся бензин, и вся машина ебанет охуенным взрывом! Сделайте это, чтобы люди не заезжали на вашу прелестную стоянку. Мудаки ебаные. Это не просто дерьмо. Это ебаное дерьмо.